по единице купались, потому что было холодно. Ну, ты настоящий норвежский? А вот там, да. Это же не наше, это что-то местное, да? Вот. Это кто-то оставил и придет. Да? Да нет, да. Вряд ли уже кто придет. А один раз купались, была такая солнечная погода, во фьорде мы купались. В Норвегии мне только один раз хотелось купаться, вот весенняя погода была офигительная, и жарко-жарко было это, когда мы с ледника спустились, у меня не было купальника. А где же там купаться? Мы куда-то там поехали? Как раз это озеро огромное, оно такое синее-синее, вообще невероятно. Я бы искупалась, но купальник там. Отсюда вывод. Для посещения ледника необходимо иметь кошки и купальник. Я пила. Без купальника? Пила ледниковую воду. Очень. Но ты была в купальнике? Нет. Как ты могла пить ледниковую воду без купальника? Да-да-да. Какая женщина. Какая. Вода и без купальника. Божественно. Ледник. Да, а вот я хотела спросить, вот эта баня по-черному и та холодная вода, она очень далеко друг от друга? Надо бежать до нее? Ну да. Бежать. Минут 30 где-то. После снегоступах на босу ногу. Да, на снегоступах скотчем приматываешь, чтобы не соскальзывать. Вот носами там же прилично, на самом деле, от сауны. И так вниз. Аж целых 6 метров или 5, наверное. Не-не-не, больше. Голышом же бежишь. Так. Ну, вот. Сайма вздрогнула. Нет, просто долго бежать. Уже иногда даже расхочется купаться. Вот мне расхотелось уже купаться, пока я там шла. Вот, чтобы не расхотело, чтобы так. Потому что сейчас, тогда-то был август, и было тепло. А сейчас нужно, чтобы резко, раз и все.